Синоптики прогнозируют понижение температуры в течение суток. В Новосибирскую область пожалуют 30-градусные морозы. Похолоданию способствуют два фактора. С одной стороны, происходит давление арктических воздушных масс с севера на южные регионы Сибири. С другой, идет процесс циклонических систем из районов Среднего и Южного Урала на восток. Это и дает развитие облачности, снегопадов и порывистых ветров с метелями, поясняют специалисты. В четверг, 22 декабря, в нашем городе заметно похолодает. Ночью температура опустится до минус 30, а местами до минус 40. Днем ожидается 26 градусов мороза. Такая погода сохранится до субботы. В воскресенье столбик термометра начнет расти. Ночью минус 24, днем 12 градусов ниже нуля. Сегодня, по сообщению пресс-службы Сибуправдора, из-за снежной метели в Новосибирской области на несколько часов закрыли для движения общественного транспорта три федеральные трассы – Иртыш, Сибирь и Чуйский тракт. Видимость на дорогах сократилась до 50 метров. В связи с ухудшением погодных условий, в Берчанам стоит воздержаться от длительных прогулок и одеваться потеплее.